Всем привет, дорогие и уважаемые подписчики. Давно мы с вами не общались на тему книг. Как хорошо, что твои друзья читают гораздо больше, чем ты. Вот этот э, списочек любезно мне предоставил Дима Шпинков. Дима, большое тебе спасибо. Четыре книги из большого списка Димы, которые я выбрал, меня больше всего и заинтересовало. Роберт Штильмарк. Наследники из Калькуты приключенческий роман. Эрик Ньюзум. Как делать хитовые подкасты? Называется Пошумим. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного? Роберт Каплан. Ну и на сладенькое. Это из области психологии. Квантовый воин. Сознание будущего. Джон Кехо. Давайте делиться книгами. Давайте делиться информациями. Напишите, пожалуйста, какие книги вы сейчас читаете. Просто будет безумно интересно.